Ой, я дам. Тебе, может, то замороженный кусок давать? Что ты сегодня едешь? Во сколько? Три. На, тебе там копченое, я тебе сало, груд очень вкусный. Деньги надо? Не надо денег? Теперь спать можем весь день. Чего? Готовить некому. А прям я приду. Нужна. Хотела, чтобы я была, нет, я приду. Я сейчас пока отдохну. А, какая хитрая. Нет. Я приду. Я отдохну. Я приду. Ты же меня соскучилась по мне? Нет, нисколько. Тут все будет, и течь, и не гореть все. Вон, видишь, как Андрей мне оставляет. Чего? Газ. Кого? Не закрывай. Андрей, объясни. А ты же ничего сказать. А то у меня такая память, что могу забыть. Как потом включать или еще? Включать так, как и было, да? Если дверьку закрываешь, то она гаснет. Ага. Она больше не холодной батареей будет. Ага. А ветер дует так нормально, а если так, то снизу дует. Свечку задувает. Ну это понятно, да. У нас тоже так, когда сильно ветер. Вот так вот пусть открыто будет. Если ветер, то он снизу идет, надо, чтобы он сверху шел. А включается так же сделал, да? Кнопка есть так же. Включается. Если выключится. Так же? Да. Ну что тогда? Просто на свет поворачивай. А насколько там она включится? А что ты на сколько это повернул-то? На 5. Нифига себе, а что так много? А ну убавь. Нормально. Ну сейчас нагонят ей. Я говорю тебе, нормально. А счетчик берет много? Немного. Убавь, сейчас ветра сильно нету. Немного, нормально, я тебе говорю. Ничего не делай. Ладно. На 5, ладно.
Поняла? Поняла. Ничего не делай, сказали. А? Ничего не делать не будем. Ничего не делай. Бабка задыхается, пускай ночью. Нормальная зарядка? Нормально. Это моя старая. Где там... старая? Я тебе новую купила. Нет, это старая. А я тебе еще провод такой давала это, с этой тряпочкой. Да там все лежит. Ну давай, я отрежу. Ой, на, мне уже сил. А что молчишь? Дергаешь, мне сказать нельзя. Сил нет. Ой. Вон, грязь. Это не где? Грязь, а... Грязь. Она вот есть уже, видишь. Я только сегодня хотела наградить Андрея. Кого? Привези мне карту, это, луку. Он же помногу не берет. Ну, ой. Потом я тебе поставлю. Возьму. Наладил? Нет. Сама наладишь. Кого? Я тебе дам сама. Издевается над бабкой. Уже деревенеют, понимаешь? Как же вот стоит. Так у меня холодно было мне. Значит, заболела ты. Тогда ты не говорила про это было прохладно. И ты говоришь, ой, мне хорошо, а я мерзла. Вы аж ноги мне тело вот до половины хорошо. Я наоборот, если сильно жарко, я задыхаюсь. А вот ноги меня мучают. Ну, ко мне пойдешь, в печке будешь греться. Я тогда выброшу это паровое, куплю это. Камин? Камин. Вот здесь вот поставлю. А, он на свету. А что, газ? Ну, газ, что свет. Одинаково мотает. Да. Так легче я тебе маленькую печку дам. И сиди около нее. Вот такая есть специально Пашке печка. Включила и грейся под жопу себе. Не замерзну. Уж теперь зима, считай, наконец приходит. Сегодня денек хороший. Сегодня праздник, день, твой праздник сегодня. Какой? День Валентина, Валентины. Ай, Господи.